Репортаж армянских СМИ с Ярасха на границе с Нахичеванской автономной республикой, где в последнее время постоянно вспыхивают пограничные инциденты со стрельбой. На кадрах видно позиции азербайджанских вооруженных сил. В сюжете рассказывается, что село Ярасыха стало мишенью азербайджанских вооруженных сил. Азербайджанские ВС находятся в настолько выгодных позициях, что могут с оптическим прицелом заглядывать в любое окно жителя Ярасха. Երասխի վերջին տան բնակիչը Արավոտյան գյուղից հանել է թորներին, նրա տնից միջև դիրքեր զարտնել էինք. Карабах сдан, я жду худшего, что мы останемся без родины, я этого жду. Как армянин может поверить, что его давний враг может стать другом? Реальность такова, мы либо должны умереть, либо должны стать кочевым племенем, говорит жительница Ярасха. Другой житель Ярасха говорит, что сельчане не покинут село. Если умрем, умрем здесь. Куда мы пойдем? Что, в Ереване безопасно? Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.